Пастель, которая через А, не постель. Очень многогранный материал. Существует несколько основных способов нанесения пастели на бумагу. Первый способ – это пастозно накладывать мелки, не смешивая цвета с помощью каких-либо растушевок или других подручных средств или пальцев. Второй способ – это, конечно, втушевывание пастели в бумагу и смешивание цветов между собой таким же образом. Кстати, не забудьте надеть перчатки, иначе вашим ногтям и подушечкам пальцев придет конец. И также можно наносить пастель с помощью штриховки. Особенно удобно делать это квадратными твердыми мелками или же вообще пастелью в карандаше.